На улице Гончарова этим летом уложили почти 4000 квадратных метров асфальта. Это и дорога, и тротуары, и парковочные места. Ограждение же установлено, а в ближайшие дни вдоль них появятся фонари. Яма единственная, что тормозит этот ремонт. Она образовалась над бесхозным колодцем, откуда периодически поступает вода и размывает центр двора. Проблеме почти 20 лет, но найти ее источник удалось только сейчас. Это, как выяснилось, коммунальная проблема. Дошли до определенных колодцев, которые не были нигде зафиксированы, вызывали сюда комиссии. Сейчас и прокуроры вызывали, прокуратуру, то есть всех на контроле. Сейчас ищем решение, чтобы не было воды. Пока специалисты решают, что делать, рабочие смогут доделать лестницы и заняться компенсационным озеленением, посадкой новых деревьев вместо тех, что пришлось спилить. Несмотря на возникающие сложности, завершить ремонт обещают к середине сентября. Данил Скуратов, Татьяна Лежняк, ТВ 21+.